Считаете, что кофейные деревья растут только в Африке, Южной Азии и Бразилии? Ошибаетесь. Собственную кофейную плантацию можно вырастить и дома. Разновидностей бывает около 40 видов. В основном в продаже идет кофе арабика. Бывают миниатюрные сорта около метра высотой, а так в основном арабика 1,50 м, около 2 метров. Ну, это в зависимости от ухода. Кофейные деревья чаще размножаются семенами, реже используя черенки. Самый простой путь – купить готовый саженец в магазине. Основной уход – это влажный воздух. Влажный воздух не переливать, то есть один раз пролили хорошо, обильно, верхний слой немножечко между поливами подсохнуть должен. Рассеянный свет. Чтобы растение было красивым и здоровым, его нужно подкармливать. Зимой поменьше и жидкими удобрениями. Летом деревце нужно кормить активнее – химикатами для цитрусовых растений. Кашпу под кофе можно подобрать любое. Можно посадить в пластик, можно в керамику. Быстрее пересыхает земля в пластике и в керамике. Керамика дольше удерживает влагу. Запаситесь терпением. Плодоносить кофейное дерево начнет через 3-4 года. Зернами можно или размножить плантацию, или обжарить их и наслаждаться ароматным напитком собственного производства. Благодарим за помощь в проведении съемок магазин «Лукошко». Большой выбор цветов, семена, кашпо, горшки разных фактур, аксессуары и химикаты для обработки растений, сувениры.